В Махачкале на смену проливным дождям пришел снег и заморозки. Столбики термометров опустились до минус 4 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, похолодание будет недолгим. Уже в эти выходные в Махачкале установится ясная солнечная погода. Сохранится она вплоть до Нового года и на январские выходные. В целом зима в столице республики будет теплой. Снежная погода все же ожидается в середине января и до начала февраля.